Кстати, мне надо купить другую флешку, чтобы не было ограничения в 6 минут на один ролик. Тебе ничего не поможет уже. Ты слишком ограниченный по дефолту. Я снова с у**ней Настей. Всем привет. С вами я. Олег! Сегодня мы с вами смотрим, и с Настюхой, канал Сергионис. Сергионис. Вы сейчас поймете, почему мы решили сюда зайти. Господи, просто посмотри, что с ним! Черт, ты видишь, это нас тянут реально живое! Он должен стать богом! Господи, что ты несешь? Он звонит какой-то неизвестный номер! Кто это может быть? Не знаю, может быть, Даркнете, наверное, возьму трубку. Наверное, в Даркнете возьму трубку. Нет, он сказал, наверное, Даркнет. Типа, что ему Даркнет сам звонит. Кто это? Delivery Club. Не заказывала ты. Про это была отдельная серия Соус Парка, где люди уже стали забывать, что они заказывали на Амазоне. И мужики начали думать, что доставщик от Амазона по***ывает их жен. А мужик из бара рассказал, что когда-то им молочник начал доставлять молоко, и за это они поплатились изменами со стороны своих жен. Пи***ная серия. Что еще за заказ? Ваша еда. Еда? Я точно еду не заказывал. Что за бред? О чем это вы? Какая еще еда? Черт, тот самый Спанч Боб. Че, бля? Просто... Еда, точка G. Он просто держит, типа, телефон вот так. Ну вот какой долб***ё будет держать вот так, типа, телефон? Ну он ведет канал на ютубе, все блогеры так разговаривают. Типа, алло! Алло! Бесконечность, не предел. Ты такая уебанная тут. Че лыбу давишь? Я знал, конечно, что у тебя хуй вкус, но что нравится самой себе, это пи***ть. Которого мы ранее призывали, проклятый губка Боб, но я не заказывал никакой хэппи мил и ничего не оплачивал. Весь заказ оплачен. Что будет через минуту над вашими дверьми? О, господи, тут он вместо меня оплатил это. Он сам говорит. Я не буду собирать этот хэппи мил. Да, ничего себе! Случился. Это был какой-то курьер Хэппи Мила! Я не заказывал никакой Хэппи Мил губки Боба, это очень странно! И о чем вообще можно говорить, если на часах даже не 3 часа ночи? О чем вообще можно говорить, если на часах вообще нет 3 часа ночи? Во-первых, почему, типа, интро плавно перешло в сам эпизод? Я не поняла, почему такое интро долгое, это оказывается уже не интро. Потому что кто не с нами, тот под нами! Если вы хотите вступить в мою суприм-банду, кнопочка должна стать серой. Во-вторых, блять, в Хэппи Миле игрушки бывают только актуальных мультиков. Губка Боб не актуальный мультик. А полнометражка же была. Так все, сейчас уже это не актуально. Чего? Почему ему приносят губку Боба? Почему ему сам Даркнет звонит? Ну слушай, какие плюшевые игрушки были в доме? Мы с вами знаем, это скрытая вкладка в Макдональдсе с этими проклятыми хиппи-милами открывается только с 3:00. И это уже очень странно, слишком рано этот хиппи-мил появился. Окей, банда, этот звонок был реально очень странный, с учетом того, что у нас ранее было Спанч Боба Микса. В прошлый раз в 3 часа ночи мы смотрели проклятый эпизод Спанч Боба, после чего к нам пришел сам этот Спанч Боб Микса и чуть и не убил нас. Пока я прятался в шкафу, он напал на Настю и связал ее. Благо, что выпал момент, когда я смог его купить со своего окна. После чего мы больше не видим. Пока я прятался, он напал на Настю и связал ее. Если бы кто-то на тебя напал и связал. Сука, столько бы проблем решилось сразу. Как это там, это лицо делать? Ква. За тебя там косили, говорили, какая-то ты вечная. В комментариях. Да? И да, типа, только... типа, ты кривляешься, а девочка с тобой вообще до униха. Точку. Джи? Да. Точка Джи. Для сегодня вдруг мне звонит неизвестный номер и говорит о проклятом хиппи-миле Спанч Боба, который я даже не заказывал. Это очень странно, банда, и мне почему-то кажется, что это был тот самый Спанч Боб Биг Сэр. Дорогая банда, если вы хотите, чтобы таких роликов было больше, вы должны сделать так, чтобы красная кнопочка стала серой. Да! Ты уже подписана на мой канал. Не Мы 2 минуты посмотрели. Это невозможно, я нихуя не понимаю.
Я просто ничего не понимаю. Я просто сижу, он орёт почему-то на камеру. Говорит о каких-то проклятых хэппи-милах. Ты хочешь вступить в мою суприм-банду? Да не плюйся. Твоя не суприма. Харчок-банда просто. Я уже всегда... Чё, блядь? Один на один выскочил. Засала, засала. А у меня еще есть Supreme Banda. Я все жду, когда подобные каналы сделают какой-то коллаб, и монстр с одного канала поделится с другим монстром, чтобы было куча мемов, потом пьяный батя с сыном сцепились, как всегда. Нет, это будет просто кроссовер век. Кроссовок. У тебя ресница, кстати, выпала под левым глазом. Загадывай желание. Чтоб ты сдохла. Ты также в жопе ковыряешься? Я не понимаю, где она. Убей, поди, ты же знаешь, мы самые сильные баты на ютубе, но поэтому скорее подписывайся, а мы тем временем еще пока придет. Мне интересно, а дети разбирают, что он говорит? Погнали! Он с ними на одном языке. Хэппи Мил, Панч Боб, Экзэ! Мне кажется, что это курьер принес Хэппи Мил. Я так переживаю. Я тоже. Окей, и где он? Там никого нету, что за бред? О, господи, где он? Почему курьера? Черт, кто его принес? Не знаю даже, как это комментировать. Все слишком быстро и слишком не на русском языке. Я не понимаю. Все потому, что ты не в Супримбанде. Ну, видимо, да. Нету, кто здесь? Такая жесть, ладно, я заберу его. Я не завидую его соседям. Это пи***ц какой-то. Я не завидую этой Насте, которую она, очевидно, держит в заложниках. Представь, тебе завтра на работу, а какой-то д***ой в 3 часа ночи за стенкой. О, доставили мой Happy Meal. Подписывайтесь на мой канал, чтобы стать частью Supreme Банды. Да не плюйся ты, блядь, в меня. Supreme Банда. Не могу. Блядь, что за... Ты можешь. Если ты станешь частью Supreme Банды, кто не с нами, тот под нами. Хватит, давай дальше. Да не верится, кто его принес вообще? Странно, что нет курьера. Да, я с тобой согласен, тем не менее, нужно посмотреть, что там. А, нет, пакет это от Это очень странно, что не было никакого курьера, тогда кто нам его доставил? А тем более, кто с нами разговаривал по телефону под видом курьера? Тем не менее, банда Хэппи Мил у нас, как говорили, это Хэппи Мил Спанч Боба Икзе. Именно поэтому давайте уже не будем тянуть, а поскорее посмотрим, что здесь. В прошлые разы, когда мы открывали такие Хэппи Милы, там была полная жесть. Что будет сегодня, банда, я не знаю, тем более, что на часах даже не 3 часа ночи. По идее, даже не мистическое время, давайте посмотрим. Господи, я так переживаю. Мистическое время. Господи, здесь так много всего, что это? Тут так много всего, здесь использованный тампон. Настенька, на, тебе надо восстановить кровь. Это для обряда, для приворота, типа, на крови девственницы. Это надо закинуть на люстру. Просто посмотрите, это бургер, и он подписан как Краусбургер, вы это видите? Неужели это тоже Краусбургер, как в мультфильме? О, господи, давайте уже быстрее посмотрим, какой. Неужто мне прислали что-то хорошее? Не то, как я в прошлый раз заказывал маму из Даркнета. Даже не знаю, что тут шутить. Тут сам... Ну, по себе смешно. А давай уйдем, выпускаем крутится у них видос. Чей ебанутый, вы это смотрите еще? О, черт, на вид это максимально обычный бургер. Я бы не сказал, что это Краусбургер. И пахнет отвратительно, панда, просто жесть. На вид обычная булка, обычная котлета, ничего примечательного. Окей, тем не менее, давайте посмотрим, что там еще есть. И также, панда, как без нее картошка фри. На вид она обычная, разве что немного обветрилась. И как будто бы ты зашел на какой-то кулинарный канал, где тебе объясняют, почему этот фастфуд говно. Когда этот Обломов, типа, понял, что его прошлый формат у гримового мужика не заходит, и теперь он... Это... Стейк! Если вы не хотите питаться таким говном, то превратите красную кнопочку в серую, чтобы стать частью моей Supreme Band. У меня реально слюни летят. Я заплёвываю уже тут. Рита, ты там жива? Supreme Band. Я никто не заплевал хотя бы. Настя, у тебя отпало желание стать... У меня на телефоне твоя слюна, ну блин! Он же водонепроницаемый. Так и чё? Ну вот и
Да и даже несколько дней проводить ее точно не буду. Окей, тем не менее, и также у нас тут игрушка, банда, просто посмотрите. Это губка Боб. Только это обычная игрушка губки Боба, а не губки Боба XM. Он разве не из пластилина? Что-то не так, ведь она очень милая. Просто посмотрите, у нее даже в руке есть лопаточка. Окей, тем не менее, банда, возможно, с этим хиппи-милом все нормально, из того, что сейчас не 3 часа ночи. Давайте все сложим. Почему 3 часа ночи-то? 3 часа ночи, возможно, тогда будет происходить что-то странное. Тут надо знать, походу, сторителлинг. А он тут есть? Он, мне кажется, просто орёт через каждое слово банда. У него, видимо, все видео связаны точно так же, как у Непеты, которую мы смотрели. Блин, по сравнению с этим, Непета — это шедевр. Непета хоть старается. Этот чувак просто орёт уже 4 минуты на камеру. Мы ни в коем случае не пытаемся оскорбить человека. Он на Криштиану Мы смеемся Роналду над самим похож. Персонажем. Это Криштиану Роналду. Когда его бросила Ирина Шейк, он решил выучить русский. FIFA 20. Решил учить русский и стать блогером. Трех ночи еще очень много времени, именно поэтому этот хэппи мил мы оставим в третьей комнате. Положим его где-то здесь, а напротив него поставим камеру, чтобы она снимала все, что происходит с этим хэппи милом. Надеюсь, банда, что в 3 часа ночи мы намного больше увидим, чем сейчас. Возможно, мы даже снимем настоящую мистику. Но мне почему-то кажется, что с этим хэппи милом будет все нормально. Нас просто обманули. Ты как думаешь? Да, я тоже так думаю. Группа Боба была очень милая. Да, ты права. Тем не менее, банда, мы оставляем все здесь, а сами уходим. Вернемся, когда будет 3 часа ночи. Ты хотела бы сниматься в его видео? Да. Ты бы отлично зашла за какой-нибудь ужастик из Хэппи Мила. Я бы, если бы мне заплатили... Такого же из пожеванного. Если бы мне заплатили, я бы с удовольствием. Платить Настюхе, сделать все. Суприм банда. Сейчас какой-нибудь скримак будет, типа. Но это тоже не 3 часа ночи. Это не мистическое время. Опа, опа. Сразу. О, господи, что это? Я клянусь, она так не лежала. Просто жесть, что здесь вообще происходило? Просто жесть, неужели я был прав с этим хэппи милом, что-то не так в 3 часа ночи? Нужно посмотреть запись на камере. О господи, посмотри, что это? Это рука губки Попы и здесь нужен пытаться выбраться. Такая жесть, неужели эта игрушка живая? Давай быстрее посмотрим. Да, давай. О господи, там просто посмотри, что с ним? Он переродился в Спанч Попа Икзе, ты видишь это? Да, вижу, теперь он совсем не милая игрушка. Такая жесть, банда, у него теперь черный. Глаза, с них идет кровь, это такая жесть. И куда делась его милая лопаточка? Почему у него теперь нож? Должен с помощью этого ножа пытался выбраться с этой коробки, именно поэтому она уже лежала, не стояла. Надеюсь, что наша камера сняла все это движение. Тем не менее, банда, как я говорил, 3 часа ночи с этими хэппи-милами начинает происходить полная жесть. Давай сходим в Макдак, поставим в 3 часа ночи эту хуйню в соседней комнате и посмотрим. А я напоминаю, для того, чтобы что-то действительно произошло, ты должна стать частью Суприм Банды! Да боже... Эта игрушка — этому подтверждение, вы сами это видели! И просто посмотрите, что здесь внутри! Все разорвано, весь бургер и картошка фри, какая-то кровь! Откуда вообще у этой игрушки кровь, если когда мы впервые ее открывали? Я отказываюсь это комментировать. Там все было нормально. А еще какие-то надписи. Здесь написано Бог. А с другой стороны Иксе. Вы видите это? Возможно, это значит Спанч Боб Иксе. И он ассоциирует себя с Богом, как это ранее делал Соник Иксе. Такая же испанда. Еще какие-то иероглифы. Видите, как будто тюремные иероглифы. Он отсчитывал дни до того времени, когда сможет с ним. Тюремные иероглифы. Просто представь. Заходишь ты такая на зону, а это вполне вероятно. Заходишь ты такая на зону, и там сидят на татами такие. Схожхионесе. Кузаймасен пайсен тука синдойде. И в соседней камере такие. Солнце жиминуюсе. Нет, в соседней камере. Ня и Чиниса. Ня аригато. О господи, я и забыл, что у меня дома стоят скрытые камеры. О господи, я забыл, что у меня есть Настя. Тем не менее, банда, нужно срочно найти этого маленького Спанч Боба, чтобы не успел еще убежать с моей квартиры. А также, банда, я еще очень переживаю, что ко мне домой может прийти настоящий Спанч Боб Икси, как в прошлый раз. О! Черт, оно живое! Посмотри на его глаза! Это глаза демона! Черт! Ты видишь это, Настя? Оно реально живое! Слепая! Такая жизнь, это кубка Боб Икзе! Неужели это та игрушка превратилась в него? Не знаю, но это реально жесть!
Что тебе от нас нужно? Вы будете первыми, кого я убью. Я вырву ваши сердца. Отстань от нас! Я затоплю весь мир. Стой! Куда он делся, Банда? Куда он исчез? Эй, Спанчбоб, где ты, Настя? О, чёрт, отпускай его! Да почему Настя? Отстань от меня, грёбаная тупка! О, господи, где он? Куда он делся? Просто жесть, Банда на меня набросится, вы видели это? Где он? Эй, Настя, что с тобой? Перестань, не плачь, всё хорошо! Ездил мелкоплуду, мы его уничтожим! Всё хорошо, Серёж. О, господи, что с твоими глазами? Всё хорошо, Серёж. Ты видела своё лицо? Тебе нужно посмотреть скорее в зеркало! Он должен стать богом. Что? О чем ты? Что за бред? Он должен стать богом! О, господи, что ты несешь? Ой, господи, отстань от меня, чертен! Отпусти меня просто! Жесть! Отстань от меня на всё! Следующий день. Вот такое порно я бы глянул. А вот орудие, как говорится, на месте. Реально, Настя вибратор забыла. Может, и ты. Боже, почему на Настю это нападает? Это такое ощущение, что она ему нужна, чтобы над ней издеваться. Ладно, все, меня это за... Ну, я тоже. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, оставляйте комментарии, это выйдет. Так это неинтересно. Это было пи***ное. Тут вообще не там, смешно. Там, где я на тебя харкал, смешно. Сделай просто вырезку. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки, пишите обязательно свои комментарии. И дайте мне знать, если вы хотите, чтобы вот эта Настя появилась еще. Либо напишите один лайк, и я ее убью на. Поставили? Какое говнище, это вообще невозможно смотреть, и над этим даже посмеяться нельзя. Просто потому что тут такой поток экспрессии.